у нас народ справедливый, так ведь? Мы знаем, что в Великой Отечественной войне нам помогали наши друзья, в кавычках, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, потом примкнула им как-то Франция. Но, тем не менее, мы благодарны им за помощь. И в нашем концерте прозвучат, конечно, некоторые композиции наших союзников. Вот сейчас одна из инструментальных пьес американского гитариста Джорджа Бенсона «Сумка Каунта Бейси». Ну, кто немножко увлекается джазом, тот знает, что Каунт Бейси – это знаменитый негритянский композитор, аранжировщик, руководитель хорошего джазового оркестра. И когда Джордж Бенсон принес ему свое произведение, он говорит: ну ладно, я посмотрю, и положил себе портфель. Ну, а у Бенсона не было названия этой пьесы. Ну, а потом он посмотрел, что он положил в портфель, и назвал «Сумка Каунта Бейси». Соло на гитаре Борис Пиязов.